Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про московскую сторожевую. Московская сторожевая была выведена в середине 20 века в нашей стране путем скрещивания кавказской овчарки, сенбернара и русской бегой гончей. Как видно из названия породы, основное предназначение этой собаки – быть отличным сторожем. Сегодня заводчики наравне с охранными качествами ценят московских сторожевых самостоятельность, уравновешенность и контактность. Породы, характер абсолютно разный. Характер воспитывается, как и у любого человека. Это может быть друг, это может быть самый беззаветный, самый преданный друг и охранник. Это будет нянька. Мы специально сделали на нашем стенде фотографию, что собака вот мимими, мечтатель с бабочкой. Просто мимими. Друг детей. Также и замечательный охранник, замечательный друг, замечательный компаньон. То есть характер будет тот, какой нужен хозяин. Московские сторожевые – крупные собаки. Рост в холке у них обычно составляет от 66 до 68 сантиметров, а вес в большинстве случаев колеблется от 45 до 55 килограммов. Шерсть у этих собак густая и длинная, с хорошо развитым подшерстком. Московские сторожевые хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Однако это не отменяет важности воспитания собаки с самого детства. У нас дома коты. С котами мы ладим. У нас есть четкая договоренность, что вот мы не ходим кушать в кошачьи миски, но не даем им залезть в свою. То есть по поводу еды у нас строгая субординация, во всем остальном мы просто друзья. Мы можем пройти мимо друг друга и сделать вид, что мы не замечаем. При уходе за московской сторожевой особое внимание стоит уделять ежедневным физическим нагрузкам. У собаки должна быть регулярная возможность свободно побегать на просторной территории. Также при содержании московской сторожевой необходимо следить за состоянием глаз, ушей, зубов и когтей животного. И, конечно же, нельзя забывать о шерсти, а расчесывать ее рекомендуется минимум один раз в неделю. Честно говоря, особо никаких замечаний, ничего у нас нет. Ну да, мы сейчас перед выставкой немножко помылись, и как видим, что мы немножко сейчас весь линяем, но это совсем мелочь. То есть в отличие от собак, у которых шерсть короткая, и почему-то считают, что собака с короткой шерстью, она удобнее в квартире, то все сточится да, наоборот. Вот эта вот длинная большая шерсть, если жить в квартире, у нас первая собака жила в квартире, она линяла, как любая собака по весне, но приходя домой, шерсть была около плинтуса, было очень просто убрать, просто влажным веником. В отличие от подкошерстных, которая забивается во всевозможные места и которую приходится убирать пинцетом. То есть шерсть – это не проблема. Средняя продолжительность жизни московской сторожевой составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!